Сейчас я свою тоже принесу, подожди. Да, окей, закроюсь пока. Так. Фу, чем здесь пахнет? Так, а тут у нас что? Кто тут у нас? Ой, здравствуйте. Алина, почему это так пахнет? А это что? Не понял. Этот... Я... Это не мое. Это Мила просила подержать. Угу. Как ты вообще это пронесла сюда? Да это правда не мое. Угу. Все, Алина. У тебя уже было предупреждение от Марии Сергеевны. Или я не помню, как ее зовут. Все. Это была последняя капля. Ты исключена из Фетикви? Из школы. Павел Павлович! Но это правда не я. Тем более мы сейчас в лагере, я же не в школе. Это мое личное пространство. Лагерь, Алина, школьный. Все, закрыли тему. Ты исключена. Родители должны подойти к директору. Алина, почему ты плачешь? Что такое, где аж... Да все это тебя! Я ее! Что такое? Все! Меня больше нету в этой школе. Как? Меня спалил Павел Павлович. Да ты что? Угу. Я пыталась сказать, что это твоя. Так она не моя. Ты что, меня поставить хотела? Нет. Просто хотя бы сначала сказать. Ну все, прощай. Ой, да бай-бай. Ну за что? Ты слышишь этот плач? Я пойду посмотрю. Кто там? Алина, это я, Лиана. Что ты плачешь? Что случилось? Все, больше я не учусь в этой школе. Мне нужно собирать вещи и уезжать домой. Эх. Не поняла. Почему это? Меня спалили. Что я... Алина! Как ты могла? Да это все из-за Мии. Она предложила, блин. Я не знаю, что мне теперь делать. Ну что, снимать трусы и бегать? Ладно, на самом деле, мне очень жаль. Пиши, если что. Ну, конечно, блин. Я же не знаю вообще, меня мама, наверное, тут не знает, что сделает. Блин! Еще куртка пропала. Как? Куртка, находись, давай-давай. Я хочу идти с ТикТока.